Добрый вечер. В Москве сейчас должно быть 23 часа. Соответственно, на час меньше в Киеве, в Вильнюсе, в Таллине, в Риге, на 2 в Берлине и в Центральной Европе. А там, где я сейчас нахожусь, на восточном побережье США, в городе Кембридж, в Гарвардском университете, здесь сейчас 3 часа дня. И тем не менее, это ночной стрим. Потому что все равно все мы люди, раскиданные по городам и весям, а со мной сейчас работают люди, которые находятся в 7 странах. Так вот, мы люди, разбросанные по городам и весям, мы все время друг другу пишем время по Москве, чтобы можно было как-то понять и сопрягать нас в разных концах страны. Потому что, конечно же, мы в большой части тот почти миллион, который уехал после начала войны, или позже, я уехала в конце августа 2022 года, кто вынужден был уехать. Конечно же, мы живем так или иначе по московскому времени, следим за новостями в России, на родине. Одно из, наверное, вы знаете, я сделала несколько программ и о том, кто мог отдать приказ об убийстве Навального. Пока мы не знаем деталей, мы знаем, что как минимум 3 диагноза уже озвучивали и в колонии номер 3 в Харпе, где находился Алексей Навальный, и в Салехарде. Его маме вручили значит, заключение сначала в колонии, что он умер от внезапной смерти. До этого Песков что-то такое там произносил на тему оторвавшегося тромба. Все это было еще до того, как было сделано вскрытие. В конце концов, Людмила Ивановна Навальная подписала медицинское заключение о том, что он умер от естественных причин. Ну, совершенно понятно, что это неестественные причины. Тем не менее, пока идет расследование, рассчитывать, что государство проведет какое-либо следствие, не приходится. Не случайно, когда пришла весть об убийстве Навального, о гибели Навального в колонии 16 февраля, первая реакция президента Соединенных Штатов Америки Байдена – «сошедший с ума сукин сын», – сказал он. И я думаю, что это наиболее точная квалификация Путина, да, и всего его окружения, которое, очевидно, тронулось головкой. Я в данном случае хочу вам рассказать одну историю про Дмитрия Анатольевича Медведева. Сейчас он заместитель главы Совета Безопасности, то есть это он заместитель Путина, Патрушев секретарь Совета Безопасности, а для Медведева, когда его сняли с должности председателя правительства Российской Федерации, сделали специальную должность, которая так и называется, заместитель главы Совета Безопасности, так она звучит, кажется. Сняли-то его с должности председателя правительства, поскольку к тому времени Дмитрий Анатольевич Медведев уже с трудом выходил из запоев. И, по сути, правительство работало без Дмитрия Анатольевича Медведева. Он только иногда приходил в себя, и тогда очень мешал и Центральному банку, и тем технократам, которые пытались как-то удерживать рубль и чего-то делать с российской экономикой. Дмитрий Анатольевич Медведев за эти 2 года войны принял на себя роль такой enfant terrible, такого совершенно сошедшего с ума хулигана, пацана из подворотни с очевидными совершенно ментальными проблемами, с очевидным совершенно отставанием в развитии, который произносит какие-то чудовищные совершенно тексты, угрожает ядерной войной, рассказывает, что и как Россия сделает с сопредельными странами и так далее. Причем все это в каких-то невозможных совершенно выражениях. На самом деле для меня это очень странно. Я понимаю, что Медведеву надо доказать чекистскому окружению, что он свой для них, потому что вот этот язык, значит, полумата бесконечного, фени, которую мы слышим, бесконечных угроз, на этот язык перешли дипломаты и в Организации Объединенных Наций, достаточно послушать Небензю, и послы,
И даже министр иностранных дел Лавров, который всегда казался таким совершенно рафинированным дипломатом. Но это очень важная вещь. Это арго, это тот язык, на котором говорят члены корпорации, настоящие белые люди в погонах, которые закончили высшую школу КГБ или закончили школу, 101-ю школу разведки, сейчас это Академия Андропова, или институт КГБ в Минске, или институт КГБ в Новосибирске и так далее. И вот они настоящие сейчас, конечно, вот они владеют сейчас Россией, они управляют. Они, наконец, всю эту либеральную шваль, значит, повыкидывали всех этих, значит, инородцев, которые мешают им стоять со свечками, и взяли все в свои руки. Их арго – это вот ровно тот язык, который вы читаете в постах Медведева. Иногда даже он бывает грязнее, потому что понятно, что мат его величества, причем такие грязные варианты. Я вообще, мат – изумительный язык. И очень полезный бывает. Но они используют часто очень грязный такой мат. И вот это, так сказать, та форма, тот язык, та форма общения, которая принята в этой среде. И Медведеву надо соответствовать. Медведеву надо показывать, доказывать, что он на самом деле свой, что то, что он когда-то, значит, ездил в Соединенные Штаты Америки, приезжал в Apple, значит, играл с гаджетами, всем показывал, что айфоны, iPad – это главное, чем он пользуется, демонстрировал такую невероятную, так сказать, либерализацию. Он, который, будучи президентом, пошел против решения Путина и отдал приказ представителю России в Совете Безопасности ООН, голосуя за возможность бомбежки Ливии, значит, дал приказ российскому представителю воздержаться, таким образом не заблокировал операцию союзников против Каддафи, что вызвало жесточайшую реакцию, причем публичную со стороны Путина. Он так примерно публично врезал Медведеву, и надо отдать должное, Медведев ему даже ответил. После чего стало понятно, что вот тогда их называли доувирами, да, что произошло какое-то, значит, там явно сшибка, и сначала даже были предположения, что на выборах 2012 года на президентских выборах пойдут сразу два кандидата: Дмитрий Медведев и его премьер-министр Владимир Путин. Но потом, как вы помните, они встретились в августе в Астрахани, и Путин ему что-то сказал, и после чего в октябре месяце на съезде «Единой России» страна наблюдала эту замечательную рокировочку, когда Медведев объявил, что он не пойдет на второй срок, а зато пойдет вновь избираться президентом, уже отслуживший перед этим два срока, Владимир Путин. А Владимир Путин объявил, что если он изберется президентом, то Дмитрий Анатольевич Медведев станет премьер-министром. И произошла эта чудовищная рокировочка. Как тогда мне сказал один из близких к Медведеву людей, но когда я его спросила, что такое Путин мог сказать Медведеву, он мне ответил: у каждого человека есть свой порог боли. Честно говоря, я думаю, что этот порог боли заключался в том, что Путин мягко объяснил Медведеву, что либо он сам уступит место, либо ему помогут. И тут уж как получится, вперед ногами или не вперед ногами. Почему я вам все это рассказываю? Потому что после того, как пришло известие о гибели Алексея Навального, Медведев себе позволил совершенно непристойные высказывания. Я сейчас попрошу нашего звукорежиссера дать вам видеоролик, чтобы вы сами могли убедиться в том, что этот человек сказал. Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь.
И она об этом уже сказала. Но это все печально. Мне кажется, совсем печально. Вы знаете, вот мне кажется, что даже в самых жесткие времена Советского Союза подобного рода мерзости даже тогда как-то люди избегали произносить. Всегда было какое-то все-таки уважение к смерти. Нет, ну, конечно, во времена сталинского террора какое там уважение к смерти, стреляли пальчиками. Но во всяком случае, вот тогда, когда я росла, и когда я уже была в университете и работала, все-таки мне казалось, было какое-то уважение к смерти. Но реакция Медведева... И опять, понятно, что Медведев продолжает играть ту же роль, он пытается опять показать чекистам, что он свой, что вот он сейчас вмазал Юли Навальной, значит, она не так себя ведет. Ну, надо быть абсолютной мерзостью человеческой, чтобы сказать вдове, у которой 3 года мучили в колонии мужа, вдове, которой без него теперь предстоит поднимать детей. Мы все с вами наблюдали, какие фантастические были отношения у Юлии Алексея. Надо, конечно, обладать особой формой безнравственности и какой-то душевной глухоты, чтобы такие вещи говорить. Но почему я вообще... Медведев даже не стоит того, чтобы особенно о нем распространяться, потому что он, понятно, он ни на что не влияет, никакой власти у него нет, и он борется за собственное выживание, чтобы его в пьяном виде кто-нибудь не засунул в собственную блевотину. Но я вспоминаю следующую историю. Если мне память, значит, по-моему, это было февраль 2012 года, еще до того, как Путин уже официально в марте избрался, значит, в очередной раз на третий срок президентом Российской Федерации, была встреча главных редакторов, значит, центральных изданий, московских изданий с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который еще оставался президентом. Встреча эта происходила в Красной Поляне. Это курорт в Сочи, горнолыжный курорт в Сочи. Я никогда там раньше не была, и, честно говоря, я вообще много каталась на горных лыжах. Но как-то это всегда было вне поля моего интереса. Но это та самая Красная Поляна, куда и Медведев, и Путин очень любили тогда приезжать. Такие встречи с журналистами, с главными редакторами проводились регулярно. Я никогда раньше на встречах с Медведевым не была, ни разу не была на встрече с Путиным, как ни разу не была на встрече с Ельциным, меня никогда не приглашали. А тут, значит, Медведев уходил, он и меня, как главный редактор журнала The New Times, позвали. Почему я поехала? Ну, помимо того, что мне было, конечно, интересно посмотреть на человека, который, как сказал один из моих собеседников, впервые вижу в Кремле царя, который так и не стал царем. Так вот, при том, что мне хотелось, конечно, посмотреть на государя, который, имея все рычаги власти, не сумел занять трон и так и остался сидеть около ножки стула, в то время как на самом деле на троне сидел Путин. Помимо прочего, у меня была серьезная проблема. Проблема она заключалась в том, что еще весной, 2007, весной, еще в декабре, 9 декабря, мне кажется, или 17 декабря 2007 года, а моего специального корреспондента Наташу Мораль, когда она возвращалась вместе со своим коллегой, а потом и мужем Ильей Барабановым, а когда они возвращались в Москву, ее не пропустили через границу и депортировали. А потом объявили угрозу национальной безопасности, при том, что она закончила МГУ в Москве, факультет социологии, выстраивала свою жизнь в Москве и собиралась оставаться в Москве. Почему это произошло?
Это произошло, потому что Наташа Морайт сначала написала серию безумно интересных расследований о том, как чекисты выводили через систему банков, отмывали деньги и выводили их из страны. А вся система отмывки в те годы уже была полностью под контролем людей в погонах, абсолютно полностью. И это знаменитая была история с московским и потом с австрийским Райффайзингом. А самый главный материал, это был материал, который назывался «Черная касса Кремля», в котором Наташа Морель рассказала, как на самом деле происходят выборы в Российской Федерации, как все деньги распределяются тогда главным идеологом страны господином Суркову, что все бизнесы должны были притаскивать чемоданы с кешью непосредственно в Кремль, а Кремль уже решал, кому и сколько дать. Так у тогдашней партии СПС украли, по-моему, что такое 124 миллиона долларов. Ну, вот примерно такие какие-то цифры. Они принесли, а им не отдали. И в результате оказалось, что им нечем было оплачивать ни залы, ни листовки, ни агитацию, ни время в эфире и так далее. Ну, в общем, вы понимаете. Деньги эти, значит, хранились в тогдашнем, по-моему, ВТБ, он назывался, в общем, государственный банк, где, значит, все это в кешью складывалось и сумками носились деньги. Ну, вот вы себе представляете, что это за государство, что это за закон и порядок, если черная кеш ходит из Кремля банк и потом представителям партии. Неважно, это было Яблоко, СПС, Единая Россия, там Родина или кто-то еще. И вот мы New Times, мы публикуем этот материал «Черная касса Кремля». У нас были совершенно абсолютные источники и в банках, и в Центральном банке, и непосредственно в Кремле. В общем, было понятно, что оспорить этот материал нельзя. Но поскольку это было время, когда бесконечно калечили и убивали журналистов, по данным Комитета защиты журналистов международного, с 2002 или с 2003 года в России убили 39 журналистов. А это было время, когда особенно в Московской области, ну, просто поголовно, так сказать, вот, калечили журналистов, убивали, избивали и так далее. И поэтому у меня было такое правило, что когда у нас должен был выйти какой-то очень жесткий материал, я прятала журналистов. Почему? Потому что вот самый опасный период – это с того момента, как материал уже пришел в типографию, то есть любой его может уже прочитать на самом деле, и до того, как он выйдет. Когда материал вышел, уже, ну что тут делать? Ничего же не сделаешь. А пока еще материал не вышел, это вот то небольшой период времени, когда можно пытаться заставить журналистов и редакцию снять материалы или требовать что-то оттуда убрать и так далее. И это очень такое опасное время. У меня были ситуации, когда другого моего журналиста просто увозили за мажа и потом выбрасывали на шоссе. В общем, всякое разное происходило. Это известная история. Не с нами только происходило. Вы знаете, что в «Новой газете» убивали журналистов. Но это, в общем, такая почти рутинная история для российской журналистики. И вот Наташу из-за публикации материала ее депортируют, запрещают въезд и так далее. Конечно же, мы начали бороться, мы прошли все абсолютно суды, в том числе до Верховного суда. Тогдашний член Верховного суда Анатолий Кононов, ныне покойный, написал особое мнение, доказывая, что все претензии к Мораль были абсолютно безосновательны, что ее лишили возможности получения гражданства и въезда в Россию только за то, что она исполняла свои профессиональные обязанности журналиста. Это была, конечно, для Наташи это была ужасно тяжелая история. Она казалось, что жизнь закончилась, но она всю жизнь свою выстраивала в Москве. И для редакции это был безумно тяжелый период времени. И нам никак не удавалось вести Наташу обратно в страну. Никак. Потому что то, что нам передавали наши источники,
говорили, что одним из тех, кто потребовал, чтобы мораль не было нигде на территории России, тем более в Москве, это был тогда, да и сейчас, вполне могущественный человек по имени Игорь Сечин, главы Роснефти, который, помимо того, что возглавлял крупнейшую государственную нефтяную компанию, но при этом он еще и финансировал, по-моему, это было управление службы 6 ФСБ, такой, его так и называли, Сечинский спецназ, который проводил аресты всех губернаторов, мэров и так далее. И он был человек, который без мыла входил в кабинет и Путина, а уж я не говорю про Медведева, с ним Медведева он бесконечно собачился. Он сейчас, вроде говорят, он потерял в силе, но тогда он был необыкновенно силен. Сечин тогда, когда ему доложили, что мораль на границе, ему он сказал, или когда показали материал «Черная касса Кремля», и он произнес одну фразу. «Простите меня великодушно, я это произнесу так, как мне это передали. Нахуй». После чего граница для Наташи Мораль и закрылась. Надо отдать должное, тогдашний депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков, сейчас известный оппозиционный политик, находящийся в эмиграции, пытался нам даже помочь, писал письма. Как я вам уже сказала, мы прошли все абсолютно суды, мы подали, естественно, в Европейский суд, но это ровным счетом ничего не значило. Мы никак не могли вести Наташу обратно в страну. И я понимала, что Медведев сейчас уходит. Медведев 4 года всячески демонстрировал, предъявлял себя как либерального политика, приезжал на телеканал «Дождь», всячески показывал, что он другой, не такой, как Путин, говорил о реформах и так далее. И я понимала, что это последний мой шанс попытаться ввести Наташу Морали обратно в страну до того, как снова в царское кресло засядет Путин. И вот значит, я вместе с другими главными редакторами еду на эту встречу главных редакторов в Красную Поляну. У нас был офф-трек разговор с Дмитрием Медведевым, такой был ужин. Каждый главный редактор что-то такое говорил, что-то предлагал или что-то. А потом было такое правило, что каждый главный редактор мог зайти на очень короткий разговор один на один с Медведевым. И поскольку всегда у издания есть какие-то проблемы, либо по бизнесу, либо по распространению, либо еще почему-то, и понятно, что президент – это вполне могущественная фигура в стране, то это была очень важная история. Собственно, ради этого я и поехал. И вот я захожу к Дмитрию Медведеву, он там один в кабинете. Я говорю, что там, Дмитрий Анатольевич, вот у меня к вам такая большая просьба. Наташа Мораль, он говорит, да, я всю эту историю знаю. Ну, слушайте, я понимаю, что она никакая угроза национальной безопасности, не волнуйтесь. Значит, там вот я скажу своим помощникам, они все сделают, вы с ними держите связь. Не волнуйтесь, вы ее... Через пару месяцев она будет обратно в Москве. Я совершенно обалдеваю от такой лафы. Думаю, господи, какой же замечательный человек. Ну как же я ему благодарна. Ну, я ему действительно за это благодарна. Потому что действительно спустя 4 года и 3 месяца Наташа Мораль приехала в Россию. У нее, и она стала приезжать, ее впускали. И это был большой для нас, для всех праздник. Хотя она уже к тому времени... выстроила и очень хорошо выстроила свою жизнь в Молдове, где она известнейший журналист, прекрасный телеведущий. В общем, Наташа при ее талантах везде добивалась успеха, как она добилась этого в России, так она это и сделала в Молдове. Так вот, все это произносит Дмитрий Анатольевич. И дальше, а он стоит, да? И я стою, потому что какая-то там, значит, я уж не помню, какой-то уголочек такой, и он мне так примерно до груди доходит. Клетчатая рубашечка, значит. Вот такой вполне субтильный человек. Вот.
джинсики. И Дмитрий Анатольевич мне говорит: а теперь расскажите мне о Навальном. И я так обалдеваю, потому что я что-то не припоминаю, чтобы я с ним обсуждала вообще Навального. То есть, очевидно, кто-то ему донес, что мы с Алексеем Навальным дружим и много и часто разговариваем. И я ему рассказала, какой замечательный политик Алексей Навальный, как он быстро прогрессирует. Я Медведеву, кстати, тогда сказала, что, по-моему, вы сделали глупость, что отказались идти на второй срок, потому что... А это было уже после болотных протестов. Это было уже после протестов и декабря 2011 года, и января 2012 года, когда был мощный протест на проспекте Сахарова, где выступал Алеша, и выступал совершенно замечательно, ярко. Тогда это было его знаменитое «Кто здесь власть?». И как-то, это, знаете, даже трудно было объяснить. Но вот я хорошо помню, что когда Алеша, значит, его 5-го, когда начались болотные протесты, 5 декабря 2011 года был митинг, который Боря Немцов собрал на Чистых прудах, и там выступал Алексей, и там выступал Илья Яшин, который сейчас тоже сидит, естественно. И после этого Навальный и Яшин, они призвали людей идти к ЦИКу. А были протесты, связанные с фальсификациями, потому что фальсификации были чудовищные совершенно. И вот вдруг это все вспухло еще на фоне этой рокировочки Путина и Медведева. Люди вдруг сказали себе: да что же это такое? Да наши же деньги, они нам же устраивают эту Филькину грамоту. И начались эти протесты, и, значит, Навальный с Яшиным совершенно повели людей, нехорошо говорить, толпу, повели людей к Центральной избирательной комиссии. На подходе их, естественно, в районе, по-моему, Детского мира, перед выходом на Лубянку, их задержали, очень жестко скрутили и отправили на сутки, то, что называется. Алеша получил, по-моему, там 14 суток. И из-за этого, кстати, хотя многие его уговаривали идти на президентские выборы в марте 2012 года, он пропустил и время подачи всяких заявок. Ну и, в общем, видимо, тогда он еще считал, что еще рано. Но что интересно, я встречала Навального из СИЗО, и была толпа журналистов, и как-то все вокруг меня говорили о том, что Навальный наш будущий президент. Как это произошло? Почему вдруг совершенно люди почувствовали, что именно Навальный способен быть лидером вот этого рассерженного среднего класса, который уже достаточно зарабатывал, чтобы отвлекаться на политику, чтобы вкладываться в политику, и чтобы по субботам и воскресеньям не вкалывать на второй и третьей работе, а идти на митинги и протесты. Вот как-то так это произошло, что все вдруг поняли: Навальный наш лидер. Это была отчетливая вещь. Более того, когда мы вместе с Юлей и Алексеем шли на митинг на проспекте Сахарова, опять как так получилось, что мы шли втроем и пришли за кулисы, значит, сцены, я вот наблюдала, поднимается по лестнице Григорий Алексеевич Явлинский, который выгонял Навального из партии и который гнобил Навального так, как, ну, власть гнобила его еще хуже, но точно Григорий Алексеевич не слишком отставал, что он безумно завидовал Навальному, молодости его, потому что Навальный так умеет разговаривать с людьми, ведет за собой молодежь, в общем. И вдруг я вижу, как это прямо происходит на моих глазах, как Григорий Алексеевич подходит к Навальному, протягивает руку и говорит: ну что, забудем обиды? Вот ровно так. Ну что, забудем обиды? И это, конечно, ничуть не помешало Григорию Алексеевичу Явлинскому потом много раз до третьих петухов
значит, предать Навального и не 3, и не 5, и не 10 раз, это ничего не помешало. Но, тем не менее, вот это был таким сигналом, что системные политики тоже были готовы признать Навального в качестве своего лидера. И понятно, что Дмитрий Анатольевич Медведев, которому, видимо, подробно это все доносили, тоже заинтересовался, кто же это такой Навальный. А я Медведеву тогда сказала, что, вы знаете, люди, которые, если бы вы пошли на выборы, то, скорее всего, не имея другого варианта, люди, которые выходили на болото, голосовали бы за вас, потому что хуже Путина ничего быть не может. И он мне тогда сказал такую фразу, которую я запомнила очень четко. У меня такое свойство памяти, я запомнила, запоминаю, потом прихожу домой, записываю, естественно, записную книжку. И он мне сказал: «Женя, поверьте мне, я никуда не ухожу». Я его спросила: «Дмитрий Анатольевич, что вы имеете в виду, я никуда не ухожу?» «Женя, это время». То есть, очевидно, совершенно чекист старо разводила. Путин пообещал Медведеву, что он отсидит один срок, а потом, или два срока, а потом Медведев в это время будет править правительством, будет вторым человеком в стране, а потом Дмитрий Анатольевич опять, значит, сделает вид, что он изберется президентом. Ну, естественно, этого не произошло. Путин благополучно уволил Медведева с поста председателя правительства. До этого его, значит, по всем правительствам СМИ из него делали мальчика для битья и такую грушу, над которой все могли смеяться, кукла такая для всеобщего издевательства. Ну вот он и, собственно, дошел до сегодняшнего своего состояния. Но вот еще раз, вот тогда, в 2012 году, он меня подробно расспрашивал: «Расскажите мне о Навальном, какой он, какая у него жена, какие у него взгляды, почему он к вам приходил». И я помню, хотя было оговорено, что встреча с президентом тет-а-тет на 15 минут, но мы точно говорили значительно дольше, это, не знаю, полчаса, 45 минут, и было видно, насколько тогдашнему Медведеву был интересен Навальный. А сейчас он говорит вот эту мерзость. Это к разговору о падении. Это к разговору о том, что сладость власти, как же сладость власти калечит людей. И как же совершенно в свою полную противоположность, в абсолютное ничтожество превратился Медведев, который когда-то произносил фразу, как утверждает написанную ему Сергеем Гуриевым, тогда ректором Российской экономической школы, а именно: «Свобода лучше, чем не свобода». Вот сейчас Медведев человек, который абсолютно уверен в том, что ничего хуже свободы нет, или его заставляют верить и говорить всю ту чушь, которую он говорит. Честное слово, в этой ситуации лучше застрелиться, чем оказаться таким попкой, дураком и говорить то, что тебе приказывают. Вот такая вам от меня история. Еще что я вам хотела, вот это я про это давно хотела рассказать, особенно каждый раз, когда слушала, но мне как-то, знаете, я все время думала, ну как-то все-таки, может быть, не надо. Вот. Но Медведев перешел все черты. Он просто вышел из категории рукопожатных людей. Он оказался за другой стороны ленточки. А еще что я хочу вам рассказать. Есть такой замечательный сайт. Он называется Re-Russia. Его основал и главный редактор сайта известный аналитик Кирилл Рогов. Так вот, там появилось очень... Я вам искренне советую, для тех, кого интересуют тексты чуть сложнее, чем случилось, произошло и так далее, вот за аналитикой очень полезно следить именно на сайте Re-Russia. Вот там совсем недавно появилась статья
известного антрополога, социолога Александра Архиповой, или как она себя называет, социальный антрополог Александра Архиповой и психолога Юрия Лапшина. И в частности, что меня особенно заинтересовало, они собрали дату по числу стихийных мемориалов после гибели Навального с 16 февраля, когда официально было объявлено о смерти Алексея Анатольевича Навального, и до 1 марта 2024 года, когда Алексей Анатольевич Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Так вот, они выложили очень просто любопытную статистику. Оказалось, что больше всего стихийных вот мемориалов, то, что появилось в Санкт-Петербурге, 28, дальше Москва, 26, Екатеринбург, 25, Чебоксары, 15, Нижний Новгород, 13, Новосибирск, 11, Иркутск, 9. Казань 9. Дальше следует Калининград, Томск, Тюмень, Воронеж, Омск, Владивосток. Ну и они пишут в своей статье, что на самом деле еще как минимум в 40 городах тоже были созданы мемориалы, которые... Это была стихийная реакция людей, совершенно эмоциональная реакция на убийство Навального и горе, которое просто охватило людей. Как минимум в больших городах, а мы знаем, что всегда протестный костяк, он всегда находится в больших городах, в больших и средних городах. Как раз значит, основная группа поддержки Путина находится в деревнях и маленьких городках. А в больших и средних городах это как раз там, где живет, хотя сильно обнищавший уже средний класс. И там, конечно... Люди, даже те, кто боятся что-либо произносить вслух, даже те, кто не может по тем или иным причинам уехать из России, а не могут уехать очень многие, потому что людям же надо на что-то жить. У многих пожилые родители, и оставить их тоже нельзя. Ну и так далее. Так вот. Во время, значит, в период с 16 февраля по 1 марта 2024 года, как сообщает вот в этой статье на Раша Александра Архипова, ее соавтор, было задержано как минимум 479 человек, которые пришли просто возложить цветы. За 3 первые дня после известия о смерти Навального было задержано 366 человек в 39 городах. А уже после похорон и по настоящее время 113 человек в 23 населенных пунктах. 17 февраля в Сургуте, это Тюмень, это богатый Тюменский край, после попытки возложить цветы к стихийному мемориалу активист был избит полицией. 5 марта, это день смерти Сталина, в Москве начались повторные задержания тех, кого уже задерживали при возложении цветов до этого. И это... Как пишет Архипова и ее соавтор Юрий Лапшин, это такой новая волна, новый поворот репрессивной политики. И в России появилась даже горькая шутка. В Уголовный кодекс собираются внести новую статью за цветоложество. Но как отмечают авторы, очевидно совершенно, что это вот тот скрытый протест, который копился все эти 2 года войны. И у людей была надежда, в том числе связанная с именем Навального. И хотя люди боялись выходить на пикеты, потому что все время шли задержания, потому что людей сажали на 7 или 8 лет за ролик в Ютьюбе, как посадили Илья Яшина, за стикеры в магазине, как посадили Сашу Шевченко и за все остальное. То есть дикие совершенно сроки, и все было сделано для того, чтобы максимально подавить любой протест, даже любую мысль о протесте, потому что людям дали понять, любого и каждого заберем и пойдете по этапу на много лет. Это, кстати, и ответ тем людям за пределами России,
в том числе в Украине, которые говорят, как же так россияне не протестуют против войны. И я понимаю, что эти люди, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, который это говорит, они не помнят Советского Союза, когда за минимально, за просто за, значит, индивидуальную демонстрацию людей закатывали в Лефортово и в Бутырки, потом тоже отправляли по этапу в тюрьму, как на 7 лет загремел, значит, Ковалев Сергей Адамович, который выпускал подпольную хронику текущих событий, был главным редактором подпольной хроники текущих событий, или как отправили по этапу Феликса Светова и Зою Красильникову, которая выпускала религиозный сборник «Надежда». Их отправили в ссылку или как отправили Арсения Рогинского в лагерь и так далее. То есть те, кто жил при советской власти, хорошо помнят, что за минимальный протест тут же и весьма болезненно закатывают в лагеря. А те, кто остались в России уже после лета 2022 года, когда начались постоянные аресты, после того, как давали 3 административки, мы уже знали, что следующее – это уголовка. Например, мне в июле 2022 года вкатили 4 административки за распространение дезинформации российской армии, а потом пригвоздили меня именем иностранного агента, работающего в пользу Украины. И тогда мне адвокат сказал, что все, уголовка следующая, значит, обыск, арест, в лучшем случае домашний арест, в худшем тюрьма, и тогда я уехал. Так вот, и началось очень жесткое подавление любого протеста. За 2 года войны почти 20 тысяч человек были задержаны именно за антивоенные протесты, согласно данным АВД-Инфо. И более 400 человек, нет, да, более 300 человек, значит, получили приговоры по уголовным статьям и отправились по этапу. Так вот, это я, но и тем не менее, вот то, что пишет Александра Архипова, ее соавтор, что мы сейчас видели на похоронах Навального, как вы помните, мы говорили это на передаче в понедельник, по данным белого счетчика пришло 16,5 тысяч, по внутренним данным Московской мэрии пришло 21 тысяч, по другим данным пришло 30 тысяч. В общем, очевидно, что пришло очень много человек, людей, что власть совершенно не ожидала, что люди не подбоятся и придут, хотя людей предупреждали. К ним приходили полицейские и предупреждали, что нельзя проводить никакие, что демонстрации и митинги запрещены. И тем не менее люди шли, скандировали «Путин убийца», скандировали «Навальный, Навальный». Так что и вот это стало очевидно, что люди, которые пришли на Борисовское кладбище, сначала к церкви, а потом на Борисовское кладбище, это были люди, которые преодолели страх и, понимая все риски, тем не менее пошли. Вот Архипова пишет, это очень важно, потому что вот этот вот загнанный под матрас, под ковер протест, он проявился на похоронах Навального. И вряд ли обратно эту пасту можно будет засунуть в тюбик. Хотя мы с вами наблюдали, как, конечно, после протестов 2012 года постепенно, не быстро, но тем не менее постепенно, за несколько лет Путину это удалось. Вот. Так что это такой очень любопытный эффект. И, конечно, Навальный гордился бы людьми, которые пришли его проводить, потому что он сам человек был совершенно бесстрашным, необыкновенно мужественным, всегда шел на всех митингах и демонстрациях, всегда шел впереди, его всегда скручивали одним из первых, заламывали руки, всегда пытались сделать ему больно, отправляли его на сутки. Я помню, в какой-то год он отсидел около 300 дней на так называемых сутках, то есть в СИЗО или в ВВС,
по 10-15 суток в какой-то в один из последних таких задержаний. Его, очевидно, в тюрьме тоже пытались травить, у него начался резкий отек. Ну, что-то они вот, ребятишки, не всегда делают качественно. Поэтому Навальному удалось добиться, чтобы его осмотрел врач. Короче, чекисты поняли, что их опять поймали за руку. Вернее, это было еще до того, как они отравили Навального новичком, смазав его одежду, значит, веществом массового поражения «Новичок», после которого он чудом, конечно, выжил. Вот, так что я думаю, он, конечно, он был бы очень гордился. Нам надо всем сказать спасибо Людмиле Ивановне Навальной за то, что это не были секретные похороны, потому что на нее, матери Алексея Навального, потому что на нее давили, и давили, как вы знаете, в Салехарде, когда не отдавали тело и говорили, время не на вашей стороне, тело разлагается. Вообще, как у этого мерзопакостного следователя СК вообще повернулся язык такое сказать матери? Не показывали долго Алешу, и очевидно совершенно те 8 дней, что не отдавали тело, власть, это одно из лучших доказательств, что Алексея убили, потому что власть явно стремилась скрыть любые свидетельства того, как, собственно, она убила Навального в колонии. А потом, когда Людмиле Ивановне Навальной удалось привести Алешу в Москву, куда он всегда так стремился, он очень любил Москву, то дальше начались следующие издевательства, когда сначала все без исключения помещения для прощания, все отказали как по команде. Все сказали, ни у кого нет. Никого, ни Дом кино, ничего. Ни у кого ничего нет. Я об этом уже говорил, не буду повторяться. Потом оказалось, что нет ни одной лопаты на кладбище, чтобы похоронить 29 февраля. Потом были проблемы с катафалком. В общем, это, конечно, то издевательство, то мерзопакостное поведение власти в отношении уже покойного Навального показали, насколько же Путин, лично Путин, боится Навального. Он боялся его живого и продолжает бояться мертвого. И только невероятная, стальная, совершенно стальной характер Людмилы Ивановны, мы понимаем, откуда таким стоиком был Алексей, только благодаря ей и ее невероятному терпению, настойчивости были открыты похороны, люди, ради которых Навальный пошел на Голгофу. Вот эти самые люди смогли отпроводить его в его последний земной путь. Кстати, Зоя Светова рассказывала здесь, вот посмотрите, это была программа «Полный альбац», но потом мы отдельно выложили ролик, отдельно просто Зои Световой, вот ее рассказ о том, что происходило с отпеванием и что происходило вокруг вообще похорон. Так вот, Зоя Светова рассказывала, что кто-то уговаривал Людмилу Ивановну Навальную составить список, чтобы были какие-нибудь беленькие, которые могли бы пойти раньше, а черненьких там бы уж милиция отсекла. И Людмила Ивановна тоже отказалась от всех таких делений сторонников Навального или людей, которые по-доброму относились к Алексею Навальному, на беленьких и черненьких. Ну, это же вы знаете, это же любимые игры российской власти. Всегда должно быть что-то эксклюзивное. Вот обязательно им нужно, чтобы что-то у них было такое, чего нет у других, и что другие не могут получить, ни за какие деньги купить. Вот даже на похоронах они хотели для себя такого специального списка. Вот. И ничего у них с этим не получилось. И хотя Навального отпели какому-то укороченному обряду, я небольшой здесь специалист в православных обрядах, но что меня совершенно потрясло, что певчие собрались за оградой кладбища и отпели
Навального по полному чину. Это тоже Зоя Светова об этом рассказывала. Есть съемки этого вот такого народного отпевания. Таким образом, это стали народные похороны. И люди, ради которых Навальный боролся, ради которых он вернулся в Россию в январе 2021 года, после того, как выжил от отравления военным веществом «Новичок», вот эти люди смогли с ним проститься. И уже который день, вот все эти дни, люди продолжают идти на кладбище. И в какой-то момент это был уже огромный совершенно вал цветов. Он закрыл даже крест. Сейчас цветы постепенно служители убирают, но несут новые и новые. Вот вы видите на фотографии, вот совершенно это, по-моему, на третий день, когда цветы закрыли полностью крест и все. Люди приносят фотографии, люди пишут свои записочки Навальному. И это вот это, что значит народное признание, народная память. Люди признали за Навальным, они видели в нем лидера. И когда меня бесконечно спрашивают, зачем Алексей Навальный вернулся в Россию, зачем он делал, и всякие, значит, подматрасные товарищи все время говорят, ну нет, ну, конечно, ему не надо было приезжать, ну, надо было ему сидеть там за границей, и он был бы значительно эффективнее. Вот это отличие настоящего политика, каким был Навальный, от всех остальных, от просто милых, замечательных, оппозиционно настроенных людей. Потому что вот ровно ради этих людей, которые, несмотря на то, что их пугали, несмотря на то, что им говорили, не смейте приходить на похороны Навального, вот ровно ради этих людей Алексей Навальный вернулся в Россию. И это поступок политика. Это поступок настоящего политика. И ровно так же, ровно поэтому Илья Яшин отказался уезжать из России, хотя ему все передавали, и следователь, который с ним разговаривал, и судья, который ему выдал хренову тучу административок, говорил потом его адвокату, что скажите Навальному, его посадят, пусть он уезжает. И он давал интервью Юрию Дудю в Стамбуле. И Юрий Дудь его впрямую спрашивал. И Навальный абсолютно четко понимал. Навальный, извините, как и Навальный, Яшин абсолютно четко понимал, что если он вернется после этого интервью, его, конечно, посадят. Мы с ним разговаривали, я была у него в гостях ровно за сутки до того, как Илью Яшина посадили. И он мне говорил, что я никуда не уеду. И когда сел, продолжал писать, все было абсолютно правильно. И сейчас говорит, все равно я поступил абсолютно правильно, понимая, что он в клетке с тигром, понимая, что он в руках тех, против которого он постоянно выступает, записывает свои, пишет свои тексты, которые выкладываются в интернете, которые его коллеги записывают его YouTube, когда продолжает работать, просто голос там не Яшина, ну, текст это абсолютно все яшинские тексты. Это, понимаете, и есть политика. К сожалению, в демократических странах у политиков нет таких рисков, а в диктаторских режимах ровно такие риски. Так 20 с лишним лет отсидел Нельсон Мандела. Понимаете, и на самом деле во многих странах третьего мира, где люди идут против диктаторской, автократической власти, очень часто лидеры садятся в тюрьму. В Пакистане бесконечно садятся в тюрьму. Беназир Бхутто, первого президента женщины Пакистана, просто взорвали. Так что, к сожалению, такая судьба. Я не могу себе представить, чтобы Навальный не вернулся. Я просто не могу себе представить, как бы он себя ощущал. Потому что Навальный был высоко моральным человеком, высоко нравственным человеком.
И он понимал, что он должен быть со своей страной, со своим народом. И если он говорит людям: «Я не боюсь, вы не бойтесь, а если меня убьют, не сдавайтесь», это он не может это делать, сидя в европейских столицах, сидя в безопасном положении. Понимаете? Вот я не политик, и я в конце концов уехал. А Навальный и Яшин, они политики. Так, теперь я посмотрю на вопросы, которые вы присылаете. Значит, Рустам Шаджалилов. Как вы считаете, после войны в Украине и Израиле мировое сообщество сделает выводы? Появится эффективный международный институт, способный не позволить диктаторам и террористам творить такое зло? Будет ли сила, способная, к примеру, остановить геноцид уйгуров? Это имеется в виду в Китае, остановить войны в центре Африки, не позволит вторгнуться на Тайвань, тоже Китаю, и буду выступать за политических заключенных по всему миру. Знаете, это вот такие попытки создать такие как бы надгосударственные организации, они предпринимались весь 20 век. Сначала была Лига наций, и она не остановила Вторую мировую войну. Появилось много статей после Второй мировой войны, что Лига наций прежде всего ориентировалась на communities, на сообщество, а во главу ООН была поставлена идея индивидуальных прав человека. Вот это было очень важное отличие при создании Организации Объединенных Наций, что эта организация защищает права каждого человека. Это индивидуальные права. Но, к сожалению, мы видим, что сейчас Организация Объединенных Наций во многом превратилась в популистскую организацию, которая оказывается под мощным воздействием различных популистских сил и пытается действовать в том же ключе. Поэтому, наверное, будут еще какие-то попытки создать надгосударственное объединение. Кстати говоря, надо заметить, что и Соединенные Штаты приложили свою руку к тому, что Организация Объединенных Наций потеряла былую силу, в том числе, когда были фальсифицированы данные по Ираку, когда были представлены сфальсифицированные данные о наличии лаборатории по созданию оружия массового поражения в Ираке, это на заседании Совета Безопасности, и таким образом они получили добро Совета Безопасности на вторжение в Ирак. Так что не знаю, сделают ли страны из этого вывод, но очевидно совершенно, что какие-то силы, которые сдерживают таких диктаторов, как Путин, они, конечно, необходимы. И, безусловно, то, что Россия является членом Совета Безопасности, обладает правом вето, и то, что Китай является постоянным членом Совета Безопасности, тоже обладает правом вето, это и делает ООН в большой степени таким франтом скорее. К сожалению, эта организация оказалась не способна останавливать войны. Мы видим, как вы сказали, Рустам, что идет война в Судане. Там теперь уже нету ЧВК «Вагнер», но есть там какие-то пророссийские силы, и есть другие силы, и люди гибнут. Вот. Хороших новостей у меня тут для вас нет, но тем не менее я думаю, что рано или поздно люди вынуждены будут опять придумать какой-то вариант. Игорь, вы согласны с тем, что эта война – следствие нераскаянных грехов 20 века, романтизации НКВД, сталинизма и так далее? Какая война? Что вы имеете в виду? Война в Украине? Война в Украине – это прежде всего
следствие, конечно же, распада империи и того, что в 1999 году, в самом конце года, больной и уже плохо соображающий президент Борис Ельцин назвал в качестве преемника подполковника КГБ СССР, до этого возглавлявшего ФСБ России Владимира Путина, который к 2008 году произвел в стране тихий переворот и привел корпорацию выходцев из КГБ, то есть тех, кого почему-то называют силовиками, хотя в основном это все чекисты. Так вот, привел их к власти, и дальше уже процесс был практически после 2008 года практически неизбежен. Они взяли под контроль основные ресурсы страны, основные рычаги власти в стране и так далее. Так что это главное, почему началась война в Украине, и Путину, у него он уже все сделал, он для этого пытался убить Навального. Он уничтожил к 2020 году практически гражданское общество. В 2020 году он уничтожил Российскую Конституцию, основной закон, переписал ее так, что он получил совершенно неограниченную власть. Он ликвидировал в результате поправок в Конституцию Конституционный суд Российской Федерации. Он ликвидировал независимость муниципальной власти, которая до этого имела хоть какую-то независимость, а он ее включил в систему государственной власти. Таким образом, все эти власти муниципалитета на местах потеряли даже ту не минимальные рычаги, которые у них были. Он уничтожил, убрал приоритет международных законов над российскими и таким образом убрал приоритет прав человека над всякими прочими интересами, приоритет, который поставлен во главу угла в большинстве цивилизованных стран мира. Короче, Путин в 2020 году совершенно уничтожил институт Конституции, до этого он уничтожил прочие иные институты, институт законодательной власти уже к этому времени давно перестал существовать, как институт президентства, поскольку не стало рычага, не стало, так сказать, не стало принцип, не стало механизма, он уничтожил механизм, который позволял бы проводить нормальную смену, нормальную ротацию власти. Тем самым он уничтожил институт президентства как институт, а сделал это персональным собственным креслом. Так что и дальше уже он это делал, все это не случайно, он не случайно уничтожал Навального, потому что понимал, что Навальный и Яшин это были те редкие политики, которые были способны разговаривать и со средним классом, и с людьми на улице, которые были бы способны вывести людей на улицы, когда началась война. Поэтому он все это совершенно зачистил. И дальше было совершенно понятно, что он будет предпринимать какие-то шаги для того, чтобы создать себе имидж собирателя русских земель. Он стал все время апеллировать к образу Петра I, Екатерины Великой, Ивана Грозного. Это все были цари, которые занимались именно экспансией России на другие территории. И, собственно, Путин решил, что теперь у него руки развязаны, и ему осталось совсем чуть-чуть до 1936 года восстановить Россию в границах Российской империи. Это значит, что Украина это номер один, Беларусь так понятно, это совершенно вассальное государство, никакой самостоятельной политики больше у батьки нету, поскольку он целиком и полностью зависит от финансирования стороны России, там же стоят и российские войска, и что там только нет. В общем, это совершенно вассальное государство, и следом, если он проглотит Украину, то следом последует Финляндия, Польша, страны Балтии, все то, что составляло костяк Российской империи. Средняя Азия, он вряд ли туда пойдет, поскольку там он столкнется с интересами Китая, и Китай явно не захочет впускать туда Россию.
Ну вот, поэтому так важно, чтобы что Украина останавливает эти территориальные притязания Путина. Так, Лариса Чайка, Евгения Марковна, здравствуйте. Почему вы так не любите Бабченко и Муждабаева? Вы знаете, мы когда-то ведь, между прочим, даже были, в известной мере даже, наверное, друзьями. Бабченко у меня работал. Он был не в штате, но я его отправляла в командировки, платила ему деньги и так далее. Но Бабченко был человеком, который был не способен работать под дедлайном. Ну и, в общем, потом он уехал в Украину. А Муджабаев был заместителем главного редактора «Московского комсомольца» и вполне был таким себе лояльным к власти человек, публиковал в колонки, в которых он был чрезвычайно осторожен. Но когда Путин аннексировал Крым, а отец Муджабаева крымский татарин, то Муджабаев на себе почувствовал вот всю эту агрессивность имперского русского национализма, с которым он столкнулся в том числе и в собственной газете. И он ушел, и когда он ушел, я лично делала с ним интервью для New Times, и я ему предложила идти ко мне заместителем главного редактора. Но он уже принял решение уезжать в Украину. Но потом они оба работали так или иначе на предыдущего президента Украины, на Порошенко. Когда Зеленского избрали президентом, Бабченко заявил, что если Зеленского изберут президентом, он едет из Украины и уехал. По-моему, он находится в Вильнюсе или где-то там в Прибалтике. И они стали зарабатывать на кликах, на негативе. К сожалению, значительно больше, чем в России, в Украине развита вот эта культура абсолютно парашных блогов, телеграм-каналов и так далее. Вот я сейчас смотрела, как Дмитрий Гордон специально нанял целую команду, чтобы удавить буквально, имеется в виду фигурально, в публичном поле двоих стервятников, которые перемазывали его с пищей для воробьев. И при этом еще позволяли себе проходиться по его покойной матери. Вот он нанял прямо целую команду, которая расследовала всю подноготную этих людей. Потому что, к сожалению, сейчас, тем более в условиях войны, тем более, когда в Украине практически работает один телевизионный канал, и никакого, так сказать, плюрализма, особенно взглядов, быть не может. Идет война, нация пытается выжить, сопротивляться стране, которая намного больше ее и обладает значительно большим числом людей, которые можно использовать в качестве пушечного мяса, и значительно большим количеством оружия, и экономика, которая переведена на военные рельсы и тратит 45% бюджета на войну. К сожалению, вот эти все парашные каналы, это то, как они зарабатывают деньги на кликах. И ровно этим занялись Бабченко и Муджабаев. И когда я была в Украине, вдруг они еще раньше мы столкнулись с Муджабаевым, нас пригласил Артемий Троицкий в Эстонию. Это было еще до войны, но уже после аннексии Крыма. Какую-то конференцию, что-то такое. Я выступала там. И потом была такая вечеринка. И Муджабаев там говорил о том, что хороший русский, мертвый русский. И, к сожалению, эстонцы, которые были, значит, там, и в том числе те, кто пригласил меня, они, значит, радостно похихикывали над этим его тезисом. А мне это крайне не понравилось. Ну и примерно так вы можете себе представить слова, которые я произнесла. После чего Луджабаев, конечно же, меня возненавидел. Я уехал с этой конференции. Вот. Ну, а дальше начался, когда я в марте
2023 года приехала в Украину писать о войне и проехала всю Украину от Хмельницкого до Одессы, Николаева и Херсона, то в какой-то момент Муджабаев и Бабченко начали этот хейт. Ну вот, собственно, я вам рассказала всю эту историю. Они борются, Лариса, за бабки. Их ничего больше не интересует. Это люди, для которых вот весь этот понос, это является формой зарабатывания денег. Они ровно это и делают. Как вы понимаете, я их, естественно, не читаю, и меня, в общем, мало они интересуют. Так, как вести себя на выборах? Какой стратегии вы придерживаетесь? Это очень важно. Ну, вы знаете, что такое политическое завещание Алексея Навального было 17 марта, в день выборов, в полдень прийти к избирательным участкам, чтобы просто люди увидели, что нас много. К сожалению, я не в России, я не могу въехать в Россию, потому что, как утверждают мои адвокаты, скорее всего, на меня уже существует уголовное дело, и меня арестуют прямо на границе. И все, с кем я консультировалась, а поверьте мне, я консультировалась со знающими людьми, мне все сказали, я хотела приехать на похороны, честно вам скажу. И мне очень горько было от того, что я не могу проводить Алешу. Значит, поэтому я должна, первое, что я должна сказать, что вы должны четко понимать, четко осознавать свои риски. Это репрессивная власть, которая ни перед чем он не останавливается. А сторонники Навального утверждают, что это совершенно безопасно прийти в 12 часов и собраться у избирательных участков. Будем надеяться, что это так. Но очевидно совершенно, что если кто-то поднимет плакат, тут же будет задержан, кто-то будет произносить какие-то речи, тут же будет задержан. А теперь, что касается, как поступать с бюллетенем, то мне кажется, и Борис Ефимович Немцов, и Илья Яшин, они много раз демонстрировали бюллетени, на которых вы можете написать все слова, какие вам нравятся. Опять, я не буду произносить те слова, которые написала бы я. В данном случае совершенно, вы понимаете, что это совершенно неважно, поставлена задача, чтобы Путин набрал 80%. Путину надо доказать всему миру, что вот весь российский народ как один его поддерживает. Но если вы портите бюллетени, то этот бюллетень не идет к нему в копилку. Если он не наберет эти 80%, хотя бы еще раз, вы понимаете, что ему нарисуют все, что угодно, что это не выборы. Это электоральная как бы процедура, это аккламация. Путин хочет показать, что весь российский народ его поддерживает и, следовательно, поддерживает его грязную войну в Украине. А ему это нужно в том числе потому, что он видит, что Запад не признал батьку Лукашенко после сфальсифицированных выборов в 2020 году. И именно поэтому мир, лидеры и Европы, и Соединенных Штатов Америки принимали Светлану Тихановскую. Поэтому Путину очень важно сказать, вот смотрите, за меня проголосовало 80%. Я надеюсь, я искренне рассчитываю, что демократический Запад понимает, что ни при каких условиях это никакие не выборы. Путин нарушил дух и букву прежней конституции и переписал конституцию под себя. Это все Филькина грамота. Голосование не было референдума, который не было конституционного совещания, а это требовалось для того, чтобы изменять конституцию. Это все было Филькина грамота, то, что он сделал в 2020 году. На самом деле конституция в Российской Федерации абсолютно нелегитимна. И Путин в этом смысле совершенно нелегитимен как президент. И я надеюсь, что он не будет признан цивилизованным миром. Ну, а дальше Бог ему в помощь. Столица Сибири. Евгений Марков, вы сейчас в РФ? Нет, я же говорила, я никогда не... Я уехала из России 23 августа 2022 года. Я перешла границу в Пскове. Так, Юджин Левтов.
Простите, что не по теме. Знали ли вы лично Убошка Льва Григорьевича? Нет, не знала. В советское время был с диссидентом и репрессирован, баллотировался в мэры Москвы после Попова. Я знаю эту фамилию, даже помню, что, по-моему, его он был в списке тех, кого КГБ собиралось арестовать во время неудачного переворота в августе 1991 года. Но я его не знала. Так, Хейли, Женя, пожалуйста, напишите книгу про Навального. Вы его хорошо знали и переписывались. Вы знаете, не знаю, я думаю, что сейчас очень важно, чтобы, я надеюсь, что Юля напишет книгу об Алексее, потому что если кто и знал Алексея, это, конечно, Юля. Вот. Но вы знаете, вот у меня вот лежат на столе, я распечатала, вот, представляете, вот это все. Это письма, которые приходили из Алёши, от Алёши из тюрьмы. Вот это все вот это вот, значит, указания, из какой тюрьмы. Это разные, это и матрос И-99-1, это и К-2 в Покрове, и К-6 в Мелехово. А вот из Хопра я так и не получила. Он написал, что отправил письмо. Я так и не получила. И я все время это обращаюсь к этим письмам и перечитываю, и я прямо слышу. Он писал так, Алеша, что слышен его был голос. И я до сих пор, честно вам скажу, как-то вот совершенно не могу принять, что я больше его не услышу. Так что... Потом, знаете, когда много знаешь, то писать трудно, потому что ты ограничена обязательствами перед Алешей, потому что очень много у нас разговоров было абсолютно не для какой-либо печати и так далее. В общем, это то, что надо об этом думать. Я вам скажу, вот, например, там, мы с ним часто в письмах спорили. А когда он сидел в Мелехово, в ВК-6, там работал зона телеком, поэтому можно было, ну, буквально вот я ему пишу, он отвечает там, если ему письмо не передают, то там тоже была система, как дать ему знать, что письмо пропало и так далее. Ну вот, и как-то я ему писала там, что-то мы спорили об одной американской женщине-политике, очень известной. Значит, я ему написала: «Навальный, вы мужской шовинист». Она пишет: «Ну не, Жень, какой я мужской шовинист? ФБК командует женщиной, преимущественно фонд борьбы с коррупцией. На выборах все самые крупные штабы женщины возглавляли. Да и вообще, российские протесты 2011 до сих пор – это женщины. Они самые отважные ядра протестов и оппозиции». Вот. Вот так вот он читал. Вообще, он настолько был неординарным человеком, а его способность меняться, эволюционировать, отказываться от взглядов, когда он понимал, что от каких-то представлений, когда он понимал, что он был неправ, учиться. Вообще трудность. Такие люди рождаются, конечно, раз в столетие. Не могу себе представить. Я очень рассчитываю, что Юля сможет действительно продолжить его дело. Коноплянка. Венедикт разгонял тему «Навальный автократ». Он просто глупый или все-таки агент Вени? Ну, вы знаете, я не знаю, там, Венедиктов, безусловно, не глупый человек. Но был такой нарратив, который, очевидно, совершенно спускался из Кремля. И главная задача была... И было несколько таких нарративов. Один нарратив был, это очень любила Ксения Собчак, что Навальный – это второй Путин. Ну, ничего глупее придумать нельзя. Ну, просто потому что Навальный не был у власти. Навальный не был самым богатым человеком мира. Навальный не обкрадывал всю страну. Навальный не контролировал главные ресурсы страны, Навальный не отправлял людей на убийство, не зак... и так далее. Но, тем не менее, это был такой Навальный второй путь.
или Навальный фюрер, Навальный лидер. Хотя сам Алексей Навальный еще в первых своих программах писал о том, что считает необходимым трансформацию России из президентской в парламентскую республику, потому что еще со времен Аристотеля мы знаем, что система с одним лидером, даже если, как говорил Аристотель, управляет noble man, аристократ духа, философ, он все равно рано или поздно превращается в диктатора. А в диктаторских странах, городах, говорил Аристотель, у людей нет никакого мотива защищать город, государство, потому что при диктаторе люди рабы, и никакого мотива защищать государство, а это очень важная была вещь для Аристотеля, никакого мотива защищать государство не было. А потом, когда Навальный вернулся в 2020 году, пошла другая мулька, что, дескать, его заставили вернуться. Понимаете, не то, что Навальный, потому что они ломали вот этот образ героя Навального, героического совершенно человека, каким он, конечно, и был, мужественного, необыкновенно убежденного. И вот они пытались, они все время говорили, нет, 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 он не герой. Это его там всякие плохие его сотрудники, среди которых, говорил тот же самый Венедиктов, наверное, есть агенты КГБ, и пытался копаться и в биографии Певчих, и Волкова, и так далее, они его вытолкнули. И он ничего не мог сделать, они его вытолкнули. Вот это был нарратив, который жестко был направлен на то, чтобы подавить, сломать, убрать из общественного дискурса вот эту тему Навального героя. Так что это было несколько таких, к сожалению, кампаний, которые я наблюдала и в которых участвовал очень активно Ксения Собчак. И к сожалению, участвовал Алексей Венедиктов и участвовали другие люди. Ну, Бог им судья. Я очень надеюсь, что после убийства Алексея, может быть, они что-то поняли. Схожи ли причины конфликтов на Донбассе и в Южной Осетии? Что вы думаете о зияде Гангсахурде? Слушайте, Коста, это уже... Я боюсь, что абсолютно большинство наших слушателей не помнят, что Зияд Гангсахурди сначала был диссидентом, потом его сломали КГБшники, и он вышел так сказать, с повинной на экран центрального телевидения. Тогда еще был такой священник Дудко, который тоже рассказывал о том, как он был неправ, протестуя против советской власти. А потом он стал, когда закончился Советский Союз, Гамсахурдия стал президентом Грузии, и началась гражданская война. В общем, это кошмарный ужас тогда творился в Грузии. Вы знаете, я думаю, что все-таки на эти вопросы, это, конечно, разные конфликты в Южной Осетии и в Донбассе. В Донбассе, прежде всего, он был инспирирован извне, и там воевали военные в отпуске, отпускники военные, как называл это, как говорил об этом Путин. А когда ВСУ стала выдавливать этих отпускников, тут была введена целая дивизия спецназа в Украину, и был так называемый Иловайский котел, в который попала ВСУ, и после чего Украина пошла на Минские соглашения. Так что я бы не стала сравнивать эти два конфликта. Евгений, кто посоветует Навальному вернуться после отравления? Анна Курепин, вот вы поймите, Навальному нельзя было посоветовать или не посоветовать. Навальный принимал решение сам. Я не знаю, что ему советовала его жена Юля. Я думаю, что Юля ему говорила о рисках. Я знаю абсолютно точно, что его адвокат Ольга Михайлова говорила, тебя 100% посадят. Но у Алексея Навального было свое представление о том, что правильно. И он считал, что политик должен быть со своим народом, даже если ему может грозить тюрьма. Вероятно, он не представлял себе, что начнется война с Украиной, и что именно это заставит власти дать ему
значит, сначала 8 лет, потом еще 19. Но я помню, как он мне писал в одном из писем, уже, по-моему, из Покрова, из АК-2. Он писал, что неужели вы думаете, что я предполагал, что Путин меня выпустит через 3 года? Нет, конечно, он меня посадит надолго, я буду сидеть до тех пор, пока жив Путин. Тем не менее, даже сидя в тюрьме, Навальный продолжал оставаться в политическом пространстве, продолжал диктовать повестку постоянно, даже в том, что с ним бесконечно ругались другие оппозиционные политики, все это показывало, насколько он контролирует повестку, а своей смертью, своим совершенно героическим этим. Нет, я не хочу. В общем, понимаете, он показал, что и мертвый Навальный опасен власти. Женя, почему Венедиктов не пришел на похороны? Ну, он пришел на следующий день. Почему не пришел? Ну, наверное, опасался, потому что полицейский, он иностранный агент, и опасался, что его могут там задержать. Он человек не молодой, и садиться ему, конечно, не хочется. Для всех риски. Для всех риски. Он пришел на следующий день и выложил фотографии, как он стоит у могилы и кладет цветы. А вот вам, Евгений, вопрос на засыпку. Существует ли такой народный герой в любимой Украине или уже на земле Туманного Альбиона? Ну, послушайте, такой вы имеете в виду, как Навальный? Я думаю, что такой герой в Украине – это, конечно же, Владимир Зеленский. И если вы помните, вечер, начало войны или на следующий день, когда Зеленский сделал видео на телефон с Банковой, стоя на фоне Банковой, это улица, где государственное учреждение в Киеве, и стоя на фоне государственных учреждений, он говорил: президент тут, председатель правительства тут, подоляк тут, глава офиса тут и так далее. И это имело, конечно, фантастический эффект, потому что Байден, президент США, предлагал ему самолет, предлагал его выйти, он отказался. Так что я думаю, что в этом смысле, конечно, Зеленский абсолютный герой. Евгений Марвин, каким вы видите перспективы стратегии для российской оппозиции? Оксана, я не политик, а главное, что, знаете, я до сих пор, мне бы как-то вот принять и понять для себя, что нет больше Алексея Навального. Поэтому меня очень волнует судьба Илья Яшина, Владимира Карамурзы, Алексея Горинова, Миши Кригера, Лилии Чанышевой, Кати Фадеевой и всех наших политзеков. Пишите им, пожалуйста. Надо собирать деньги для того, чтобы им передавать можно было посылки. Им очень тяжело. Семьям очень тяжело. Посадили 3 адвокатов Алексея Навального. У Вадима Кобзева 3 детей. У Липцера тоже, Алексея Липцера, тоже ребенок. Короче, все эти люди просто, вот вы видите сейчас их на экране, Кобзев посередине, Липцер слева, а это, по-моему, Сергунин. Так вот, всем им нужна помощь. Я думаю, что... И вот это для меня сейчас самое важное. Знаете, я полагаю, что вот это Вадим Кобзев, потрясающий совершенно мужик, Алексей Липцер, стоик абсолютный. Я думаю, что надо ждать от Юлии Навальной. Я очень надеюсь, что Юлия Навальная сформулирует эти шаги. А мое дело, знаете, я журналист. Ну и преподаватель. Все-таки мне надо же лекции читать. А для того, чтобы читать лекции, надо очень много читать всего. Так. Не вопрос, просто вам передают соболезнования. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, Simply Queen. Кажется, что вместе с ним ушла и наша надежда на лучшее. Я очень вас понимаю, хотя, вы знаете, когда Юля вышла и произнесла первую в своей жизни политическую речь, я подумала, это речь политика. Я подумала, и когда она сказала, что она будет мстить, что она продолжит дело Навального, чтобы были наказаны все те, кто причастен к убийству, к тому, как его мучили 3 года. Как же его мучили 3 года в тюрьме.
Вот тут у меня появилась какая-то маленькая надежда. Распад империи приведет к распару России, Коля. Вы знаете, что пока не очень понятно, если перестанет, не будет уже Путина и потеряет власть значит, люди в Москве, и у них не будет ресурсов, то вполне возможно, что Россия может расколоться по Уральскому хребту, просто потому что там очень сильное влияние на востоке Китая, хотя китайцы совсем, их мало там на самом деле. Но это все вилами на воде. Настя Корниленко. Вам не кажется, что праздник 8 марта в России довольно уродливое явление? Как вы к нему относитесь в целом и в случае России? Вы знаете, ну я всегда смеялась над этим праздником, потому что особенно в Советском Союзе это было такой цинизм невероятный. Потому что в Советском Союзе мы были лишены базовых прав человека, просто базовых прав. Право на мнение, право на то, чтобы читать то, что мы хотим, право на свободу слова, на свободу религии, на все абсолютно. Мы были лишены этих базовых правил. Это была, как и сейчас, Россия, абсолютно страна с мужским доминантом, с мужскими шовинистами во власти, которые полагали, что место женщины в койке и на кухне, которые считали, так сказать, харассмент, то, что называется sexual harassment, это было вообще абсолютно обыденное дело. В офисах не трахнуть секретаршу, это вообще, что ж ты за начальник, который не сумел. Короче, это все, этот свальный грех, который существовал. Это все было за пределами добра и зла. Но раз в год, 8 марта, значит, эти мужики делали вид, что они приличные ребята. Вау. Так. Как вы думаете, если бы Украина в 99 году не отдала ядерное оружие, а отдала Крым, войны бы сегодня не было? Да, конечно. Если бы Украина сохранилась ядерное оружие, я думаю, что Путин на это не решился бы на войну. Другой вопрос, что это большой труд и большая ответственность хранения ядерного оружия. И Украина, как и Белоруссия, как и Казахстан, передала России ядерное оружие ровно потому, что для этого требуются специальные условия, специальные хранилища, специально обученные люди. Этим всегда в Советском Союзе занималась центральная власть, третье главное управление КГБ СССР и шестое управление КГБ СССР, и там 15-е управление. Короче, в России были отлаженные процессы. Насколько я понимаю, ни в Украине, ни в Беларуси, ни в Казахстане этого не было. Прокомментируйте отказ Зеленской сидеть рядом с Юлией. Вы знаете, мне все это очень неприятно. Я была крайне оскорблена тем, что выступая на Мюнхенской конференции в день, когда пришло известие об убийстве Алексея Навального, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский не нашел в себе слов соболезнования семье, матери, отцу, жене, детям Алексея Навального. Это, конечно, просто дурной тон. Что вам сказать? При этом я всегда себе говорю, что мы, российские журналисты, сейчас находимся в положении немецких репортеров, которые вдруг оказались в Советском Союзе в 1943 году в Сталинграде. И вы представляете себе, какая ненависть тогда была ко всему немецкому? «Убей фрица» был лозунг. И я так полагаю, что именно вот это и раскручивает, всячески поднимает на знамена и нынешняя украинская власть. Мне думается, что это не очень разумно, но, с другой стороны, после того, что российские оккупанты сделали в Буче, в Бердянке, в Ирпене, я там была, и я видела, что там происходило. И на оккупированных территориях в Мариуполе и в Херсоне и так далее. В общем, знаете, война закончится, и нужны будут суды и долгие разбирательства. Но мне это очень неприятно.
Но тем не менее, я думаю, что у украинцев есть право на ненависть к нам. Мы не остановили Путина. Мы проиграли и позволили ему начать войну. Почему Навального некоторые называют? Ну, только потому что это активное мероприятие по дискредитации Навального. Я вам уже говорила про те нарративы, которые были. Эти активки бесконечно циркулировали и всеми силами Кремль, а это одно и то же с ФСБ, пытался сделать все, чтобы принизить образ Навального, лишить его образа героя, лишить его образа лидера, лишить его образа совершенно такого нового политика, нового 21 века. И поэтому бесконечно все это выбрасывалось в публичное пространство. То он агент Кремля, то он агент ФСБ, то он, ну, чертов ступе. Ну да. И поэтому они его убили. Ну, ребят, включите голову. Евгений Марковна, вы согласны, что Венедиктов пиарил ДЭК для власти? Ну, по сути, он же это не скрывает. Это он всячески был пропонентом идеи электронного голосования и, к сожалению, тем сильно испортил себе репутацию. Но при этом, вы понимаете, что любопытно, что при этом и я, и Саша Плющев, мы резко выступали против этого электронного голосования на «Эхо Москвы», и Венедиктов это терпел. А когда были массовые фальсификации на выборах в Москве, то есть я просто с протоколами пришла, я прямо видела, как они это сделали, мне принесли протоколы. И у меня в эфире были айтишники, которые объясняли, что у ФСБ, у чекистов был второй ключ, и они могли бросить сколько угодно. И было видно, как они это сделали. Короче, значит, и тем не менее я делал такую передачу. Как думаете, через сколько украинцы смогут сесть за один стол с россиянами? Если вы говорите о политиках, то всякие неформальные переговоры уже идут. Встречи были уже и в Саудовской Аравии, встречи были в Швейцарии, где-то еще. Встречаются пока на уровне экспертов с участием посредников, в частности, экспертов в Соединенных Штатах. Но пока не удается договориться о базовых условиях даже перемирия. Но политики рано или поздно, они вынуждены будут сесть за стол переговоров, чтобы закончить эту ужасную убийственную войну, в которой погибло уже сотни тысяч человек. А что касается, когда русские и украинцы смогут садиться за стол так, как они садились до войны. Знаете, когда я была в марте 2023 года в Украине, вот за исключением всяких парашных товарищей, таких как Муджабаев и Бабченко, я не встречала никакой агрессии. Ну, пару раз, может быть, по отношению. И когда вот выходила, уже проходила границу в Кишинев, там меня устроил небо в алмазах начальник пограничного поста. В том числе ровно потому, что он читал вот этих парашных ребят, которые хорошо понимали, что они делают. Меня могли легко пристрелить просто в Украине после того, как они писали, называли меня российской пропагандисткой. Ну, абсолютно безнравственные люди. Но вот я даже удивлялась, что я, российская журналистка, они знали, кто я. Меня узнавали по голосу, по лицу. Меня немногие слушали, знали и так далее. Я не встречала никакого вот антагонизма, никакой, так сказать, такой агрессии, ну, за исключением пары, наверное, случаев. Николаевич, еще там где-то. Поэтому, слушайте, трудно сказать. Но, конечно, то, что Украина пережила в результате этой страшной войны и продолжает переживать. Ну, посмотрите, в Одессе 12 человек убили, 5 детей, 5 детей, трое года еще не дожили. Это же... Вы представляете, что это такое? Как одесситы должны ненавидеть одесситов, которых все говорят по-русски? Я в Одессе была вот в марте. Понимаете? Там все говорят по-русски. Там просто вообще украинского не слышишь.
Это, конечно, надо суметь Путина. Это же какой же идиот, который добился того, что Швеция, которая 200 лет была нейтральной страной, теперь стала членом НАТО. Вот все, чего он добился. Финляндия, у которой граница с Россией больше 1000 километров, теперь член НАТО. Это все произошло после того, как он начал войну в Украине. То есть ситуацию, в которой он поставил Россию, поставил и как государство, и как экономического субъекта, и граждан России, и ее предприниматель. Это же просто за пределами добра и зла, ненависть и презрение, которое к россиянам теперь испытывают во всем мире, причем именно к россиянам. Это не только, знаете, вот Путин плохой. Нет, нет, нет. Это, к сожалению, все мы чувствуем на собственной шкуре, и, в общем, справедливо. Ну что ж, я думаю, что на этом надо завершать. Я благодарю звукорежиссера Александра и продюсера Соню Маневич за то, что они помогали мне с этим стримом, выкладывали ваши вопросы и выставляли иллюстративный материал. Я буду, насколько будет получаться, буду пытаться делать эти ночные стримы и попытаюсь вам в следующие пятницы поподробнее рассказать про Алексея Навального. Я о нем могу, мне кажется, говорить совершенно бесконечно, потому что мне хочется, чтобы он жил в нашей с вами памяти. Это так несправедливо. 47 лет. Молодой, талантливый, умный, невероятно способный, нравственный, честный человек. Знаете, вот как он мне, собственно, писал в самом первом своем письме или в одном из первых писем из московской еще тюрьмы 99.1. Женя, все окей, исторический процесс. И Россия через него идет, и мы вместе с ней дойдем. Наверное, в скобках. У меня все хорошо. И я ни о чем не жалею. И вы не жалеете, и не расстраивайтесь. Все будет хорошо. А даже если не будет, то мы утешимся тем, что были честными людьми. Мы утешимся тем, что были честными людьми. Вот это он писал из тюрьмы. Он был честным человеком. И мне хочется, чтобы мы были достойны Алексея Навального и его памяти. Спасибо всем. До свидания. До понедельника.